август, еще не лето и уже не лето, ну. Да? Или как там говорят. И... Вообще, конечно, вот эти вот проекты в кодексах уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, сейчас вот говорят, готовят гражданско-процессуальный кодекс, мы правда еще не видели, что там, значит, готовят. Это, конечно, шло под маркой гуманизации системы, что, дескать, вот мы меняем систему, теперь будет такие вот переход на проступки, преступления, там что-то упрощается и так далее, и так далее. Но, возможно, общеуголовная ситуация это и касается, какая-то часть гуманизации, но то, что касается общественной сферы, политической сферы, там, значит, изначально шло очень все жестко, да и сейчас большинство статей там остается таких, которые, в общем-то, сейчас и резонанс вызывают. По моей информации, вроде бы какие-то статьи возвращают назад в административный кодекс после того, как, ну, общественность выражает свое несогласие, в частности, касающихся мирных собраний, вот нарушения порядка проведения митингов, демонстраций, хотели перенести в уголовный кодекс в виде уголовного проступка. И предусматривалось до 2 месяцев, значит, ареста. Это 60 дней получается. Сейчас мы имеем пока что административный кодекс, где максимально 15 суток. Ну и чувствуете, да, разницу? Это никак не может быть гуманизация. Это могло быть только ужесточением, да? Вот. И по последней информации, вроде бы эту статью не будут в уголовный кодекс включать, оставят в административном. Но, тем не менее, там остается масса статей, которые именно идут на ужесточение. Они как бы полностью сводят на нет общественную деятельность. В частности, вводятся определенные, значит, положения, касающиеся там лидеров общественных объединений, вот, неформальных лидеров. Там даже, ну, как бы получается, что любой человек, его можно признать лидером общественного объединения, и это будет отягчающим обстоятельством, которое, ну, влечет за собой больше наказания для этого человека. В общем, ряд статей вот таких вот одиозных, скажем, они остаются в кодексе. Уже прошло второе чтение, и что-то, я думаю, что, скорее всего, в таком же виде его и примут. Это естественный ход был ужесточения, но некоторые положения, они прям как-то явно, скажем, появились на фоне вот последних там событий в мире, в частности, в Украине, то, что касается Евразийского союза и так далее. Видно, что многие вещи там ужесточаются с учетом того, что сейчас в Украине происходит. Вот, например, вводят статью 180, по-моему, не помню точно номер, за сепаратизм. Ну, уже более конкретная статья, призывы там и так далее. Вот. Ну, это как прямой ответ, да, получается, таким событиям. Но есть и вещи, которые, как бы, мне кажется, и в рамках того, что будет Евразийский союз, что-то ужесточается. Но это больше относится, мне кажется, к такой, в общей ситуации, в общей политической деятельности, ну, общественной. Профилактика революции. Ну, профилактикой государство давно занимается, но главное, профилактика – это не законы принимать, как мы знаем, да, ужесточающие, а решать реальные проблемы общественные. Тогда не будет никаких революций. А с этим пока почему-то, ну, как бы, не особо активно. То есть мы видим, что экономическая часть у нас страдает, таможенный союз такого эффекта, который нам ожидали, он не дает. Вот многие экономисты выступают со своими данными. Вот. И на этом фоне там девальвации те же и так далее. То есть в экономической сфере очень много проблем. Социальные протесты, когда у людей там жилье забирают, землю, еще что-то. Вот. Я думаю, что реальные проблемы именно от экономических проблем, которые нужно решать.